Как быстро подружить кошку и собаку в домашних условиях? Существует популярная фраза «живут как кошка с собакой», смысл которой в том, что люди постоянно ругаются. Но если некоторым людям действительно может быть непросто ужиться на одной территории, то братьев наших меньших это совершенно не касается, разве что за редким исключением. Кошка и собака спокойно могут не просто сосуществовать на одной территории, но и стать лучшими друзьями. Правда, обязательно нужно правильно их друг с другом познакомить и подружить. Можно ли держать кошку и собаку в одной квартире? Безусловно, можно держать кошку и собаку в одной квартире. Главное, обеспечить каждому свою территорию и уделять обоим хвостатым внимание, чтобы они чувствовали себя комфортно и безопасно. Некоторые кошки и собаки могут быстро стать друзьями, играть и спать вместе. Другим понадобится немного больше времени, чтобы подружиться. Поначалу четырехлапые могут даже проявлять агрессию и враждебность. Но терпение хозяина и правильная социализация помогут животным адаптироваться к новой ситуации. Взрослая кошка и щенок, как их подружить? Если у вас уже есть кошка, а вы планируете завести щенка, то, наверное, это самый безболезненный вариант. Так как кошка, вероятно, не будет слишком агрессивна по отношению к щенку, а щенок не сможет ее травмировать во время игры. Обратный вариант также может сработать. В некоторых случаях взрослая собака может усыновить маленького котенка. Но в этом случае стоит внимательно следить за животными, ведь собака может случайно не рассчитать свою силу во время игры, даже если будет положительно настроена к котенку. К слову, некоторые породы собак, лабрадоры или золотистые ретриверы, могут быть дружелюбными к кошкам. Однако с породами, которые имеют склонность к охоте, хаски или джек-рассел-терьер, могут возникнуть сложности. Впрочем, все зависит от каждой конкретной собаки, ее характера и воспитания. Золотистый ретривер и кот. Золотистый ретривер и кот могут стать лучшими друзьями, fotopixabay.com. Как приучить кошку и собаку жить вместе? Пункт первый и самый главный – не торопитесь, проводите постепенную социализацию животных друг с другом. Подружить кошку и собаку – это процесс, который требует большого терпения, внимания и любви. Начните с малого, позвольте им увидеть и понюхать друг друга на безопасном расстоянии. Если вы принесли домой котенка, держите его на руках, когда ваша собака в первый раз его увидит. Погладьте котенка, объясните, что это свои, дайте собаке понюхать сначала свою руку, которая гладила котенка, а потом и сам пушистый комочек. Если животные напуганы, не заставляйте их знакомиться прямо здесь и сейчас. Наблюдайте за поведением. Если одно из животных проявляет агрессию, прервите общение и попробуйте в следующий раз. На первых порах не оставляйте новых сожителей без присмотра, особенно если вы уходите из дома. Постепенно увеличивайте время, которое кошка и собака проводят вместе, и награждайте их за хорошее поведение, чтобы они могли понять, что дружба приносит радость и удовольствие. Важно, чтобы у каждого животного было свое личное пространство для отдыха и игр. У каждого из них должна быть своя миска для корма и вода. При общении с обоими животными обращайтесь с ними одинаково. Они должны чувствовать себя на равных. Это поможет избежать возможной ревности друг к другу и борьбы за внимание хозяина. Что делать, если кот не принимает собаку? Если ваш кот не принимает новую собаку, не отчаивайтесь. Такая ситуация вполне нормальна. У каждой кошки и собаки совершенно разные характеры и привычки, каждое животное нуждается в своем количестве времени для адаптации к новому другу. Чтобы животные подружились, можно использовать игру. Игрушки или другие предметы могут помочь им понять, что они могут играть и забавляться вместе. Не забывайте, что каждый случай уникален, поэтому не паникуйте, если ваша кошка и собака не сразу стали дружить. Дайте им время и возможность понять друг друга. Ваше терпение и внимание непременно приведут к успешному результату. Впрочем, даже если они и не станут лучшими друзьями,
то рано или поздно привыкнут и смогут сосуществовать на одной территории.